Они все будут кричать вслед, что небо предел. Но ты лети вверх, куда ты хотел. Пусть этот мир весь узнает, о чем ты. Короче, всем привет. Сегодня понедельник, решил влог снять. Привет, Миша. Блин, Миша, у нас еще... У нас сейчас лекция по биохимии. А, точняк. Батя в здании. Я сегодня влог снимаю. Первая половина лекции закончилась моей идеей. Чё, опять что ли? Да, Кондрат. Началось? Кондрат за файлами идём. У Кондрата денег нет, сейчас посмотрим, как он будет брать файлы. А, закрыто здесь. Норма суточного потребления белка из 100-120, короче, грамм на грамм в день. При тяжелой физической нагрузке 130-150. Тот, кто понимает биохимию, тот понимает мир. И сейчас, собственно, мы едем с биохимии на урологию. Будем... Ой! На наркологию, точно! Вот, значит, наш купол любимый. Кажется, мы приближаемся к наркологическому притону. Мы в правильном направлении. Ребята меня кинули. Короче, рука мерзнет на морозе, снимать так-то. Загнали нас две группы, получается, в эту аудиторию маленькую. Тут друг на друге все сидим. Вот, видите. Вот так. Просто 5 бабушек в одинаковых шубах. Это просто командный дух называется. Одноклассницы. Аккуратно, у меня камера в руках, не трогайте меня. Вот это жестко было сейчас. Ну так вот мы и живем. Сейчас вот так обед. Снимается манекен челлендж. Медовский манекен челлендж. Греча, скоро. Сколько? Еще целый час. Еще целый час, пипец. Чего делать целый час? Я возьму еще. Спасибо. Нет, это обычное кончение. Меньше слов. Больше дела. Так, говоришь топ-тема, да? Ну, мне нравится. Ох, нифига. Да. Ну, суфле прикольное. Суфле вот именно. Я бы без печенья суфле взял. Это что у нас бомба. Арсена, ты в влоге. О, ништяк, нифига. Обалдеть. Как много булок. Ты их понюхай. Дай мне. Так мы же пойдем чай пить. Да, пойдем. Конечно, пойдем пить чай. Дай понюхать. Понюхай. Булочки просто. Ты Иван Бакланов смотрит себя в списке должников. Есть ли он там? 4, 1, 2, 7. Ну, 7 по сравнению с 49. Это еще... ладно, здесь где-то 76. 70, вон 42. 58. 66. Кто это тут у нас? Маймага, если вы смотрите мои влоги, я думаю, что вам пора задуматься. Вам пора уже, да. Ну, во второй раз за день тот же самый купол. Пришли, значит, кушаем. Борщик. И пюрешка с котлеткой. Да. Держи. Знаешь, что у нас? Короче, все, мы похавали, сейчас пойдем в магазин, купим молочка. О, в натуре, как я похавал. Похавал, да? Ништяково. А ты идти не хотел. Время 7:30, свалим нас с университета. Сейчас мы поедем на остров отдыха. Ну, я поеду на остров отдыха, покажу вам кое-что. Спокойно здесь, никого нет, темно. Ну как, светло? Нормально. Бордовое небо. Ребята, я тут, в общем, 4 дня пропустил. Сегодня уже пятница, а не понедельник. Сейчас я иду в то же самое место, которое хотел показать тогда. Это, короче, кёрлинг-центр. Привет. Вот, короче, идешь вот так вот, идешь такой, идешь и вот сюда подходишь и вырываешь 10 копеек. Кирилл, у меня речь закончилась, я не знаю, что говорить дальше. Расскажи правила. Есть круг, в круг надо попасть камеру. Короче, сейчас 7:30. Ну-ка, о, это Ванелли наработал на такой? Мы вообще-то отключили. Зимой!
Всем привет еще раз. Безделье – это игрушка дьявола. Вот, короче, начинаются соревнования. Да, был микс Красноярского края по кёрлингу. Это я, короче. Третья зимняя спартакиада молодежи по кёрлингу. Влог на эту спартакиаду можете посмотреть в описании. Я скину даже, я снимал там влог, когда ездил. Без 10:09. Еще, короче, 40 минут до начала нашей игры. Вот завтра будет суббота, завтра на учебу, да? Все пойдут, а я не пойду. Вот так. Вот так ты живешь. В общем, все, всем пока. Блин, вообще ништяково времени уже. 20 минут первого. Кири возвращается с Олег по кёрлингу. Ништяк. Люблю, когда так поздно возвращаюсь. Вот. Посплю 6-7 часиков. И опять туда же. Просто кайф. Кайф.